Статистика матча, помним, счет 14-0 по нарушениям правил после первого тайма, во втором немножко выровнялась эта ситуация, но все равно Нальчик, видите, всего лишь 5 фолов совершил, у Спартака 23, угловые преимущества хозяев велико, но забить не удалось с них, желтые карточки 4 штуки, красных, к счастью, не было, ну и удары по воротам в итоге 10-7. Такова статистика, чуть больше хозяева владели мячом, хотя спартаковцы под конец матча сумели эту статистику в свою пользу улучшить. Сухий во втором тайме у нас, вы смотрите, как разогнался и стал лучшим по этому показателю в составе Спартака. По пробегу Гитериев и Ипсон лидеры, хотя Сирадзе, видите, и Дидюн тоже более 11 километров здесь сумели выдать. Ну что ж, вот такой получился этот матч. Поздравляем спартаковцев с победой. Победа получилась тяжелой, но от этого не менее важной для москвичей. Для вас этот матч комментировал Кирилл Дементьев. Смотрите саммари самых интересных моментов этого матча. Я же прощаюсь. Всего вам доброго. Не смею больше задерживать.